Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. 27 июня 2020 года. Свинка. Поросица у нас. День уже часов 10, наверное, утра, 11. Уже два поросенка вышло. Свинка такая у нас самая ветеран. Это у нее уже пятый, наверное, опрос. Поросятки не супер крупные, но средних размеров, нормальных размеров. Я думаю, около килограмма, даже, наверное, побольше будет. А тут, может, чуть поменьше, грамм 900, а тут кило 200, наверное. Ну, в принципе, нормально все пока происходит. Свинка умастилась, мы ее не будем беспокоить, пускай она поросяток потихоньку рожает. У нас уже шестеро пацанов. Уже 11 поросяток появилось. Еще не вечер. Так, 11 малышей уже. Последние пошли здоровые кабанчики. Первые такие помельче были, последний уже тут белый еще толком не отдышался. Свинка ведет себя очень хорошо, на нее чтобы не сглазить. Будем дальше смотреть. Еще, я думаю, не конец. Уже одно место выходило. Сисек у нас аж 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 14 рабочих. Ой, дурачок, заблудился. Ничего, сейчас он перебежит по маме. Поросятки буквально на глазах. Силы набираются, становятся активными, бегают. Видите, пробежал. Побежал к сиськам. Ну все, пойдем его мешать. Так, время у нас уже где-то часа 4 дня. Опорос завершился. Поросятки вон, лежат, дрыхнут. Устали, сегодня у них был самый тяжелый день в жизни. Уже покушали. В общем, 12 поросяток. Отошло уже место. Свинка очистилась. Пока не будем ее беспокоить, пусть отдыхает. Она спит, глазки закрыла. Поросятки тоже. Проснулся. Так что у нас пополнение опять. Пополнение приятное. Поросяток как раз и не мало, и не много. Именно так, как я люблю. Вот и вообще он его разорвал, раскидал бедного. Спать, заснул. Первых три дня будут, конечно, самые такие. Я так понимаю, это просто потягусик был.
подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.